Перед началом данного видеоролика хочу вам предложить замечательный канал под названием Hyper Dusty. На его канале вы найдете различные видеоролики по игре Black Strike. Парень очень старается, у него мало подписчиков. Ребята, давайте, пожалуйста, перейдем и подпишемся на его канал. Ссылочка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент АПК будет выполнять очень классный челлендж. Вы, ребята, у меня спросите, Кент АПК, что же необходимо сделать для этого челленджа? Ребята, все крайне просто. Мне необходимо просто выживать вместе с этим ножом. То есть я беру в руки просто керамбит и должен выжить. Все, ребята, пипец как просто. То есть мне необходимо выживать с ножом, и самое-самое главное, ребята, мне ни в коем случае нельзя брать другое оружие. Если я его возьму, то, к сожалению, я нарушу правила челленджа. Ну что ж, поехали. Ой-ой-ой, там уже зомби, мать моя женщина. Не, ребят, давайте как-то по-хорошему общаться. Братан, слушай, нормально же общались. Ё-моё, мать моя женщина. Слушайте, мне сейчас, кажись, наваляют люлей, поэтому мне, ребят, надо бежать. Фух, как же мне повезло, вы бы знали. Пипец. Так, сюда, осторожно, мы никуда не спешим, падаем сюда. О-ла-ла, да вы что? Так, а за мной кто-то бежит, и чё, мы подписчики или чё? Там зомби! Это Спарта! Бежим, бежим, прячемся, так, так, так. Ой-ой-ой, ребята, как же это все горячо. И, кажись, уже пришел конец моему выживанию, мать моя женщина! Вы это видели? Я выжил, да, вот этот красавчик? О, ты кто такой? Давай, до свидания! Ничего себе! Как так? Я еще живой! Вот это я раздал, да? Вот это Кент Магет. Ну, ребят, за это надо поставить лайк. Вот просто возьмите, поставьте лайк, потому что, ну, скажу так, это довольно-таки непросто. Ну, давай, давай. Ну, давай, давай, оп! Так, он побежал туда, я сюда. Теперь, ребят, надо куда-то убегать, блин. Я уже насколько волнуюсь, что у меня прям руки начинают трястись. Так, все, Кент, давай, соберись, Кент, не волнуйся, все хорошо, все под контролем. Так, допрыгнул сюда или нет, интересно. Ништяк, допрыгнул. Ничего себе, так я еще живой, вот это я раздал, да? А сколько осталось живых игроков? Давайте проверим. Че, я один или что? Ну, ладно, что-то я, ребят, не до конца понял, сколько осталось живых игроков, но скажу так, что, в принципе, я красавчик. Ох ты, блин, я не туда пошел, это ловушка! И меня они не заразили. Ну, ребят, я просто с вас поражаюсь. Ну, как так можно играть? Как так можно нубить? Ну, я же прям у вас в руках был. Просто взяли, один раз ударили, и все, я зомби. А ну-ка, давайте сюда встану. Ой-ой-ой, пацаны, ну, это вообще позор. Как так играть? Так, а ну-ка, давайте сюда. Ой, ну я просто не могу. Ну, вы просто красавчики. Блин. Чё? Чего? Чего? Не знаю, я, наверное, какой-то сверхчеловек, потому что меня просто нереально заразить. По крайней мере, этих парней не выходило. Блин, меня заразили. Эх. Эх, не фартануло. Уи! Зомби победили! Попытка номер два. У меня в руках керамбит. И мы, ребята, начинаем выживать. Мне немножко страшно. Так, возле меня какой-то парень. Скорее всего, это мой подписчик, потому что он уже второй раунд подряд бегает за мной. Ну привет, ну привет. Давай, погнали, погнали. Я знаю, братан, короче, топ-нычку. Ты главное просто беги за мной и давай не умирай. Потому что если будешь умирать, то это будет плохо. О, слушайте, вообще классная тема. Давайте сюда тоже залезу. Да паркурю сюда. Конечно, если у меня это выйдет. И вообще там буду прятаться. Слушайте, рили топ-нычка. Так, вот сюда надо, так, ништяк, вообще шикарно, шикардос. И, ребята, мы в нычке, все, остается просто ждать, пока к нам придут зомби. Алекс мне чуть кивает, мол, кентуха, давай, бери оружие. Не-не-не, братан, я играю без оружия, у меня челлендж. Поэтому, ну, без обид, у меня тут керамбит, а вот только ножом их всех резать, удар в печень, никто не вечен, ну, сам понимаешь. Поэтому, если что, не волнуйся, все хорошо, все под контролем. Так, ну что, зомби, вы где? Опа, вижу, вижу первого клиента, первого пассажира. Добрый день, за проезд передаем, молодой человек. Ну ты что, перед экраном-то бегаешь? Ну да, я Кент, и что? Это повод бегать перед экраном? Ну, блин, давай, отходи. Ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не, пацаны, нормально же общались. Вот, блин! Че это за лажа? Все, ребят, бежим! Да, я, конечно, такой, знаете, такой подлый игрок, да, подлый тиммейт. Мама мия, сколько их там?
Просто, ребят, бежим. Просто бежим, не оглядываемся назад, потому что... Ох ты, черт возьми! Нет, нет. Я обратно стал зомби. Ну что ж, ребята, я думаю, что на этом моменте можно заканчивать. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, мне будет очень-очень приятно. Ребят, чем больше будет лайков, то тем больше будет подобных челленджов. Поэтому все зависит только от вас. Ну что ж, а с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. Всем привет, Кент на проводе. И сегодня, ребята, ваш Кент АПК будет выполнять очень классный челлендж. Но, блин, я его не могу выполнить, потому что я зомби, черт возьми. Надо ждать еще один раунд, пока я буду человеком.